На 15% выросло за год число желающих получить техническое образование в Карагандинской области. Сейчас в колледжах региона обучаются почти 32 тысячи студентов. Однако рабочих рук до сих пор не хватает. Регион в том числе остро нуждается в воспитателях и младших медработниках. В этом году в области внедрен целевой госзаказ, в котором участвуют 13 колледжей. Эти учебные заведения обновили образовательные программы под требования работодателя. Последние обязались трудоустроить студентов. 60 старшеклассников участвуют в проекте экспериментальное образование. Ученики 10-11 классов утром учатся в школе, а после занятий получают профессиональные навыки в колледже. Пока по двум направлениям – парикмахерское искусство и сварочное дело. Это проект экспериментальный, поэтому мы только внедрили два колледжа учащихся 10-11 классов. Ежедневно по 4 часа могут обучаться в колледже, также получить параллельно аттестат об окончании среднего образования, да, и параллельно диплом о том, что ему присвоена та или иная квалификация.